Сотрудники госавтоинспекции Ленинского района регулярно проводят профилактические мероприятия по безопасности на проезжей части. В рамках этой деятельности сейчас в образовательных учреждениях муниципалитета проходит акция «Засветись, стань заметным на дороге». Полное погружение ребенка в процесс – это основное направление нашей деятельности. Как можно заинтересовать ребенка, вовлечь его в шоу, в игру. Будучи одним из передовых районов по качеству пропаганды безопасности на дороге, наш муниципалитет стал одним из первых, где опробовали методику песочного шоу. Это техника, когда художники песком рисуют различные изображения на подсвеченном стекле, а картинка в это время проецируется на экране. Дети во время шоу участвовали полностью, рисовали сами светофорчики, пытались нарисовать зебру. Мне кажется, что данный подход, он максимально обучит ребенка не только правилам дорожного движения, не только ношению светоотражающих элементов на постоянной основе на верхней одежде, но и различной коммуникации.